Так, сегодня мы проводим эксперимент вот с этим кофе. Вот у нас такое непонятная коробочка. Из Латинской Америки. Латинской Америки. Покажи пакетик. Вот, пожалуйста. Пакетик. Герметично запечатан, еще не вскрыт. Вскрываем. Что там будет у нас внутри, интересно. Пока что ничего странного. Пахнет кофе. Кладем большую кружку, хотя рекомендуется взять маленькую, 110 миллилитров. Пахнет, конечно, какой-то сыростью вот эта коробочка. Пахнет кофе. Да. А, это да, но такое мы еще никогда не пробовали. Налейте, пожалуйста, ровно 110. Миллилитров? Миллилитров. О, как он сразу заваривается. Достаточно? Красители, ароматизатор. Достаточно? Да. Более чем. Надо зачитать инструкцию, сколько нужно заваривать. Сколько? Минут? Времени. 15 секунд. И все там? Точно какая-то химия. Даже кружка почернела как будто. Муэва или Сакита Дуранде 15 секунд. Если Ситуре Фуэра Унамора и Собор Мас Фуэрте, если вам нравится более крепкий вкус, увеличьте время. Что-то как-то неоднозначно. А как мне у вас попробовать кофе? Попробуй как-нибудь, конечно. А горячо? Очень горячо, как вы это пили? Мне нравится аромат, а вкус я пока что не понимаю. Я тоже. Ладно, вкус мы поймем чуть попозже. Ну, спасибо. Тоже я что-то помню, что лишь бы.